13 января 1703 года в России вышел первый номер печатной газеты «Ведомости». Что интересно, в подготовке материалов к печати участвовал и сам император Петр I. Об этом рассказал руководитель центра Владимир Денисов, который сердечно поздравил представителей азербайджанских СМИ с праздником российских журналистов, поблагодарил нашу прессу за активную работу по освещению деятельности посольства России в Азербайджане Россотрудничеством Российского информационного центра в Баку, направленную на укрепление российско-азербайджанских отношений. За работу в этом направлении были отмечены почетными грамотами представители ряда телеканалов. Борис Лешко за активную работу по освещению деятельности представителей Россотрудничества и Российского информационно-культурного центра. Затем было зачитано поздравление от имени Союза журналистов России. Ярких творческих побед, укрепления и развития традиционного сотрудничества пожелал российским и азербайджанским журналистам советник-посланник посольства России Олег Мурашов. «Мы высоко ценим ваш нелегкий труд, высокий профессионализм, объективность и оперативность в освещении всего спектра российско-азербайджанского сотрудничества», отметил представитель посольства. Дипломат наградил представителей АСТВ, телеканала CBC, журнала БСУ «Русский язык и литература» и других дипломами. После завершения церемонии награждения состоялся концерт молодых талантов.